Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла бутылка шампанского. Для этого нам понадобится 3D-форма бутылка шампанского. Выглядит она вот так вот, имеет разрез. Также к ней в комплекте идут несколько резиночек для того, чтобы этот разрез скрепить. Также я буду использовать прозрачную мыльную основу, краситель гелевый Green Apple и отдушка любовный эликсир. Также мне понадобятся наклейки для шампанского, которые представлены на сайте Мылоопт. Вот комплект из 3 штучек. Понадобится обычная фольга и шпатель для перемешивания. Далее растапливаем прозрачную основу. Теперь в растопленную основу мы добавляем гелевый краситель. Перемешиваем. И добавляем отдушку. Далее мы берем основу и заливаем формочку. Лишнюю пену сверху убираем спиртолом и ждем, пока основа полностью застынет. После того, как основа полностью застыла, мы достали мыло из формы. И вот у нас получилась такая полупрозрачная зеленая бутылка. Теперь мы берем фольгу и украшаем горлышко бутылки. Далее мы берем наклейки, так как они самоклеющиеся, снимаем обратный слой и клеим. Берем следующую наклейку. И также клеим наклейку с обратной стороны. И вот у нас получилась такая праздничная бутылка шампанского. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!